Больше не будет организаций под названиями «Алтай киноцентр», «Российско-немецкий дом» и «Алтайский дом литераторов». Точно известно, что сокращения будут, но сколько именно человек освободят свои места, неизвестно. В год культуры более 100 работников культуры оказались в подвешенном состоянии. В Алтай-киноцентре сейчас трудятся 54 человека. Здесь есть представители редких профессий, таких как хранители фильмобазы, проверщицы фильмов и киномеханики. В случае сокращения эти люди не смогут найти аналогичного рабочего места, а профессии попросту исчезнут. В кулуарах здания говорят, что после слияния с Алтайским домом творчества перестанет существовать и отдел по созданию фильмов, тот, что кропотливо писал видеолетопись истории края. Это «Алтайская летопись Победы». Мы снимали ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и людей, которые приравнены к этой категории, тружеников тыла. Вот каждый диск – это воспоминание одного человека. Это такая историческая память, которая нужна и нам, и тем, кто будет после нас. Алтайский дом литераторов перейдет в подведомство библиотеки имени Шишкова. Встречи с писателями и презентации книг теперь будут проходить там. Но деятельность дома литераторов не ограничивалась лишь этим. Помимо творческих мероприятий, здесь велась огромная издательская работа. Существовали клубы по интересам, а также выезды в села. Многие мероприятия проводились по инициативе писательской организации и не оплачивались. В условиях оптимизации оптимизма у сотрудников нет. Говорят, их расходы и так сократили до предела. Например, «Снежный городок» в Барнауле будет стоить 2,2 миллиона, опубликована цифра. На эти деньги Дом литераторов мог бы полтора года просуществовать. А для меня, вот как для руководителя писательской организации, вот эта реорганизация сродни катастрофе, потому что это последнее пристанище. Вот со временем, буквально за последние годы, писательская организация только и делала, что теряла. Потеряла бюджет, потеряла дом, машину, собственно, землю. И очень символично, что сегодня в Доме писателей находится хоспис. Пристанище для умирающих людей. А вот российско-немецкий дом, несмотря на грядущие сокращения, встречает нас с праздником. Сегодня здесь благотворительный концерт ко Дню Матери. Это учреждение почему-то считается маленьким, хотя оно проводит огромную работу для самой большой этнической группы края – 50 тысяч российских немцев. Здесь вырастили два собственных творческих коллектива, ежегодно проводят десятки этнических праздников и фестивалей, организовывают бесплатные языковые курсы для всех желающих и даже предоставляют гуманитарную помощь для нуждающихся слоев населения. В цифрах даже боюсь ошибиться, то есть помощь она разноплановая, да, кто-то обращается за консультацией, кто-то обращается там за материальной помощью, там крыша побежала, там условно говоря, да, жилищные условия там как-то улучшить, что-то с ремонтом, например, помочь, да, кто-то вот медикаменты необходимо. На работу российско-немецкого дома край тратит 7 миллионов в год. В три раза больше присылает немецкая сторона, которая уже заявила о том, что в случае реорганизации с ее стороны могут последовать ответные меры. А значит, наш край может потерять более 20 миллионов рублей грантовой помощи из-за рубежа. В Краевом управлении по культуре отметили, что деятельность Алтайского дома творчества исключительно культурная и продолжать социальные программы, которые проводил российско-немецкий дом, в новой организации не смогут. За счет каких средств отныне будут проводиться обучающие программы и кто возьмет на себя гуманитарные выплаты жителям края? В этой теме много вопросов, а ответов нет даже чиновников в управлении по культуре. Ну, не отвечаю. Юлия Гадар, Николай Шилко, Александр Морозов, Павел Лауронин. Наши новости.